Пробки на дорогах. Сколько времени вы добираетесь до школы? По мне не очень далеко. Где-то 10 минут. Часто хожу пешком, а на машине езжу редко, потому что папа всегда на работе. Если по трассе 20 минут. 15 где-то минут точно. Случалось ли вам бывать в пробках? Да. Иногда. Да. Нет. Да, мы попадали, когда мы опаздывали в школу, тогда мы попадали в пробки, еле-еле успевали на уроки. Где это было? Съезда на трассе. Обычно на мосту. Мы попали в пробку на мосту, над Волгой. На мосте, по-моему, где-то. Полчаса у меня бывало. Чем можно заняться в пробке? Играть в игры разные, там, слова. На рабочий ответить. Почему ты опаздываешь? Или по каким-то вопросам что-то ответить. Беру свои журналы. Просто смотрю в окошко и мечтаю. Я мечтаю о пятерках, и о хорошей работе. Как вы думаете, почему обычно собираются пробки? Гаишники стоят. Полицейские должны пропускать. И поэтому машинам сложно проезжать, поэтому мы так попадаем в пробки. Потому что светофоры же некоторые зеленые, некоторые красные, поэтому образуются пробки. Или кого-то надо прям пропустить. Еще могут быть аварии. Либо полиция кого-то остановила, либо что-то случилось, авария, и кто-то там разбирается. Как сделать так, чтобы в городе вообще не было пробок? Это невозможно, да. Потому что сам мир, он руководит всем, всей планетой. Можно, когда все прям совместится в машину и случится просто тюм. Нельзя, потому что некоторые люди в аварию попадают, даже не зная как. Пьяный может, да, сядет за руль. Потому что машины постоянно где-то перемещаются. Потому что люди постоянно куда-то им надо.